Программа экологического лагеря Кинозерского нацпарка признана лучшей на всероссийском конкурсе среди региональных практик детского туризма. Отличительной особенностью летнего палаточного лагеря в Кинозере является единение с природой без интернета. Ребята самостоятельно собирают образцы растений, изучают насекомых, даже учатся различать звериные следы. Каждая смена тематическая. В том году у нас была, после того года была космическая смена, там космонавт приезжал, и мы ездили в мир на космодром, смотрели, как там все это происходит. В этом году мы планируем ремесленную смену, там ребята будут изучать кожевенное мастерство, плотницкое мастерство, кузнечное мастерство, сделают настоящую ярмарку, где представят свои работы. В конкурсе «Лучшие региональные практики детского туризма» лагерь в Кинозере отличился среди 210 участников из 50 населенных пунктов. Предстоящая летняя смена станет уже 25-й.